всего 5000 километров, и вы окажетесь в этом шикарнейшем месте. Это Мультинские озера, горный Алтай. Доброе алтайское утро! Собираемся сейчас ехать вот на такой машинке наверх, на 2500 получается по высоте. 2500. Мы сегодня успели проснуться, собрать вещи. Собрать вещи, за нами уже приехали. Вот такая у нас машинка. Туда все загрузили, нам даже сказали, что мало вещей взяли. Мы еле рассортировали, что необходимо взять с собой. В общем, сегодня приключений будет масса. Да. Что они здесь делают? Как водичка, Вовк? Ну, это не лужа, это источник, да, какой-то? Может, даже пить можно. Мини-катунь. Мы вчера проезжали Катунь ночью, мы ее не видели, только в самом начале. Наверное, на обратном пути, может быть, с утра увидим. А рядом стоит мульта. Мульта. До которой я никак не дойду. Ну тут же недалеко. Недалеко. Нет, тут недалеко, но... В принципе, да. Вчера мы поздно вечером добрались до мульты. Ночью. Даже ночью. Наверное, в 12:30 только мы приехали. Да, пока поели, пока все там вещи час, занесли, два. Поели, помылись, искупались, и уже 2 часа ночи мы легли спать, и в 7 утра уже подъем. Как будто вообще не спали. Настолько вот все быстро. Мы даже эту базу отдыха, на которой остановились, мы ее до конца не рассмотрели. Вторым вечером посмотрим. С утра только вроде бы окинули взглядом, коровы пришли с нами позавтракать. Ну, в общем, такое сельское деревенское утро. Настоящее Алтай. Везде, конечно, красота, воздух необыкновенный и вообще, конечно, супер. В воде лосося нет? Ну, тут нету. И медведи здесь мы пока что не видели. Сегодня шикарная погода, ни одного облачка. Завтра мы идем в ночевку. Сегодня доберемся до нижних Мультинских озер, а послезавтра до верхних. Это в наших планах. Наш автомобиль сломался, а дальше пешком. Сказали вылазить, не знаю, что мы будем сейчас делать. Вид шикардосный. Вот.
мы добрались до Мультинских озер. Сейчас идем до Среднего. Побывали на Нижнем, пофоткались, покушали. Но мы еще не ушли с Нижнего, мы идем за Нижним. В общем, мы идем вдоль этого озера. Виды просто невероятные. Виды классные. Вода бирюзовая, голубая. Жимолость растет, можно есть. Камни можно в воду кидать. Идеальные условия. Можно бесконечно фотографировать. Но времени у нас в обрез, мы всего лишь на 2 дня здесь, на 3 дня и 2 ночи. Остановились на базе братьев Боровиковых. Видели, кстати, Боровика, я хотела сказать. Боровикова. Видели Бурундука. Видели Бурундука прямо на базе, ну такой классный вообще. Он маленький, как белочка, полосатенький, ну такой прям милашка. То есть либо мы спились, либо это был Бурундук. Дорога нормальная. Не, дорога хорошая. Ноги особо не обобьешь. Рыбу я видел немножко возле берега, плавала косячками. Но вряд ли руками ее можно будет поймать. Вода чистейшая. Все купаются, там вот на кемпинге стоят, прямо вот возле нашей базы. И там очень много людей. Есть пару кафешек, да? Да, но... одна. Одна? Пока видели. Одна. Мы в ней уже позавтракали, пообедали и позавтракали, получается. Единственное, пока не видели медведей. Ага. Вот, пока ни одного. Ни медведя, ни змей. В начале маршрута есть табличка, на которой написано, кого мы можем здесь увидеть. Народу так достаточно много. Да сейчас вот что-то пошли. Мы вот начали идти, это не было совсем. Нет, я имею в виду вот там вот, где кемпинги, там очень много народу. Там, да. Вот, а потом даже все разбредаются, кто влево, кто вправо. А спереди вообще снежные шапки, вечный холод. Вечно можно лепить снеговиков даже в жару 30 градусов. Да, можно. Только дойти бы до туда. На макушке снег лежит. Здесь, конечно. Но как мы сюда добирались, это двумя словами не рассказать. Дорога вообще... кучей подъемов, по такой дороге трактор не проедет. Мы вчера выехали с Горно-Алтайска в 2:30 дня и приехали в 11:30 ночи сюда, в Мульту. Из-за того, что на дороге в одном месте полотно убрали, решили там сколько, 30 км поменять дорожного полотна, не успели. Мы 70 где-то ехали по бездорожью. Потом, вот, а потом, потом нормальная дорога, а потом от Усть-Кана опять жопа. Причем совсем жопа. Но сегодня была еще большая жопа, но ехали мы на Шишиге. Шишига. Название вот, смешное. Которая всепроходимый армейский автомобиль. И поэтому бездорожье мы успешно прошли за 2 часа. Водила вообще молодец. То есть по таким дорожкам там проезжал. Да, маневры между деревьями. Проехал на 5 с плюсом просто. На все 10. И мы всех обогнали. Кого могли. А у нас препятствие. Тропа куда-то вверх. У нас препятствие. Ну, лезьте. Тут ничего страшного. Да, тут легко. Перешагнуть можно, можно сказать. Тут можно встать. Встать и пройти. Ну, очень все просто. По дороге, вот вся дорога такая в корнях от деревьев. Тут, мне кажется, деревья часто падают. Такая дорога, и вот оно, озеро, Нижнее Мультинское озеро. Ну, шикардос же. Мы наконец-то добрались до первого крутого места. Это...
the hall.